ніяких стандартів та стереотипів, тільки шалений політ фантазії та імпровізація. Це головне завдання унікально талановитого фотографа, професіонала своєї справи Геннадія Працевича та молодого колективу фешн-фотостудії J-Models. Каждому человеку Бог раздал талант. Я считаю, что Геннадий Марьянович просто нашел себя и нашел, где этот талант, в общем-то, в нем, что ему было дано. Еще могу сказать, что это человек, который в любой работе, в которой он занимается, он всегда пытается быть первым. Не по какой-то там, не по качеству гордыни, а просто потому, что он очень хороший критик и всегда ищет недоработки, какие-то детали, там, где-то какой-то нюанс, который ему не нравится. Вот. И, в общем, как бы пытается их устранять шаг за шагом, год за годом, с очень большим терпением и с какой-то очень большой самоотдачей. То есть это не каждый человек на это способен. Первое время, когда я начала с ним разговаривать, я просто поняла, что человек этот очень любит свое дело. И модель для него является не просто объектом, это для него человек, которого он старается сначала разгадать, чтобы он к нему привык, чтобы не испугался. И потом уже начинает с ним работать непосредственно. Гена Процевич — это просто мировой человек, мировой чудак. Не знаю, только самые позитивные, самые хорошие, самые искренние отзывы могут быть о нем, как вы, наверное, уже сегодня у меня первое берете интервью. Гена просто лучший в своей сфере деятельности. Вот так. Профессионал до мозга костей. Это очень и странный, и клевый фотограф. Он всегда требует чего-то такого дикого, неординарного. Это всегда в новых цветах. Я как стилист могу сказать, что у нас каждая съемка – это дикий порыв и взрыв эмоций, красок. Это всегда круто. Еще ни одного плохого отзыва о работе не было. И мне приятно с ним работать из-за того, что он позитивный, креативный человек. Справжні мистецькі шедеври давно допомогли вийти Геннадію на міжнародний рівень. Його знають як у Європі, так і далеко за її межами. Він має авторитет серед найкращих фотографів світу, працює з зірками широкого профілю. Його роботи багаторазово друкувались на сторінках модних журналів і мали шалений успіх. Геннадія Працевича та відомого стиліста-міжмейкера Лілію Майорову відзначили дипломом за високий професіоналізм на конкурсі «Highlight» Великобританія. До усього цього Геннадій входить до спілки фотохудожників Європи. Ось такий собі чолов'яга живе у нашому невеличкому місті Хмельницький. Втім, неважливо, хто ти є – професійна супермодель чи просто сором'язлива дівчинка. Адже кожна людина по-своєму красива. Навіть у непривабливій на перший погляд дівчині чи юнакові є своя родзинка, яку він або вона ретельно приховує. У цьому і є професіоналізм фотографа – розкрити та показати це на картинці. Як правило, у кожного після отриманого результату підвищується самооцінка і з'являється впевненість у собі. Серйозний підхід. Перед першою зйомкою ми зустрічалися за неділю. Несколько раз смотрели, пробовали. То есть это все было. Видно, что человек этим живет, человек этим болеет и делает все, что он может, старается. И
чтобы мне было очень интересно, мне очень понравилось. Более дружеский подход, нежели как бы непосредственная работа модели с фотооператором. Он смотрел на меня как на человека просто, и мне было с ним легко общаться, легко работать, мне было с ним просто интересно. Нужно забыть, кто ты, какая ты, как ты выглядишь, сколько тебе лет, какое у тебя положение, там, мама ты, там, не знаю, профессионал ты, кто ты вообще, и тогда вот получается самое классное, потому что тогда ты потом смотришь на эти кадры, ты себя не узнаешь, ты открываешь какие-то новые абсолютно качества, видения. Враження від побаченого неможливо передати словами. Це потрібно просто побачити та відчути на собі. Ну, я, допустим, не думала, что я могу испытывать такие эмоции. И когда, естественно, я увидела себя на этих фотографиях, просто поняла, что Гена раскрыл во мне, допустим, новые какие-то черты характера, которых я за собой не замечала. Мне как-то было непривычно, потому что это было как бы, ну, нестандартно. У него все работы нестандартные. Это не как каждый день, это не увидишь на улице. Это только работа его, и все. Ну... Приятно было себя видеть со стороны таким, то есть я специально тоже готовился к этой фотосессии, специально занимался, тренировался, подбирали одежду вместе, образ, ну, море эмоций было, ну, супер здорово. Я тоже большой критик, и по отношению к себе тоже, поэтому на одних я смотрела, думаю, ого, неужели это я, значит, такое было. На других я стрела так, ой, тут работа еще над собой очень много. Ну, в общем, как бы вот так. Ну, конечно, вот когда мы выбрали уже из очень большого количества кадров, ну, вот ту изюминку, до сих пор, в общем, да, вот я на визитке использую, допустим, эти работы, и мне говорят, кто это ты. Такий він професіональний підхід до улюбленої справи. Адже мало жити та займатися роботою. Потрібно в першу чергу відчувати її душею. Тільки тоді можливо із впевненістю сказати «Дійсно талант від Бога».